В Южном Казахстане ко дню столицы откроются сразу 75 социальных объектов, 24 из них в Толебийском районе. Жители 8 населенных пунктов получили доступ к питьевой воде, а 13 к природному газу. Подробнее об акции, приуроченной ко дню столицы, в нашем следующем материале. У жителей Толебийского района двойной праздник. В домах появился долгожданный газ. Мухтархан Рысакпаев из Алозерта сравнивает. За зиму на отопление дома уходило до 25 тонн угля. Наш аул расположен в горном районе. Зима у нас долгая и холодная. Теперь все эти трудности позади. Свои дома мы будем обогревать газом. Так что холода мы готовы на все 100%. Теперь голубое топливо получают жители 13 аулов. Это почти 30 тысяч человек. Еще 18 тысяч толебийцев подключили к центральному водоснабжению. В районе завершили строительство магистрали, которая обеспечивает водой население двух сельских округов – Каратюбинского и Тасарыкского. Теперь у нас есть все условия. Посуду моем горячей водой. Так что жить стало легче. В Ленгере появилась школа предпринимательства и общежитие. В ауле Бенеткеш дополнительный учебный корпус. Новые объекты появятся и в других районах. По словам властей, за 5 дней в Южном Казахстане распахнут двери 19 объектов образования. 5 многоэтажных домов запустят 3 электростанции и предельную фабрику. Всего 75 объектов. Наталья Сунурмахан Мехмуратов, Южно-Казахстанская область, 24 КЗ.